Милая улыбка девушки, инспектора и взмах жезла вряд ли позволят водителю проехать мимо. Некоторые мужчины признаются, даже хотят остановиться и предъявить документы. Получить подарок в канун 23 февраля всегда приятно. Подобные акции инспекторы ДПС проводят ежегодно. Они, конечно же, прежде всего привлекают внимание общественности о том, что госавтоинспекция не только наказывает водителей, но и, конечно же, поощряет их за то, что они не нарушают правила дорожного движения, тем самым отмечая вежливых водителей. Владимир Шухарев за рулем больше 30 лет и за все время вождения, по его словам, не заработал ни одного штрафа. Хоть с инспекторами ДПС на дороге сталкиваться приходилось, подарок дарят впервые. Да я вообще слов не могу найти. Все прекрасно. Даже неожиданно просто и все. Что останавливает ГИБДД и дарит подарок. Обычно наоборот получается, если остановит, если провинишься. Очень приятно. Акция в преддверии Дня защитника Отечества прошла в двух районах города. Подарки на самарских дорогах получили несколько десятков водителей. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.